Смотрите, какие классные буцики и анубис на коряге. Фильтратор. О, сидят. Цена этих красавцев. Смотрите, какой красивый белый принц. Это для тех, кто любит сахлит. Вон какие снежинки. Астронотусы, смотрите, какие. Очень даже хорошего рыба качества. Смотрите, какой выбор коряг у нас на птичке. Это еще только малая часть. Любой цвет и вкус. Смотрите, как красиво. Просто рай коряг. Красота. Обязательно скалярии, без них никак. Глошки, конечно, кто их любит, я, конечно, их вообще не понимаю, эту рыбу, поэтому... Ну, это на любителя. Тут он совсем малыши, смотрите. Пуч живородки. Это у нас меченосцы.
мирместима на любой выбор. Вот сыр. Любителям бусы. Вообще планируется 2 числа марта, где-то там будет. Потом 8 еще планируется. Просто сейчас не пассажирскими, а военными самолетами, а там нет планируемости. Огромный выбор кормов разных фирм. Вот видите, химия всякая, то есть выбор огромный, не считая растений. Сейчас и не проблемы с поставками. Секция пищи.